YS-134S – врезная электросучелка с короткой планкой. Сила удержания – до 500 кг. Компания-производитель Wiley Electronic. Принцип работы. Электросочелка представляет собой ответную часть замка и используется совместно с обычным механическим замком. При подаче питания фиксатор электросочелки разблокируется, и дверь можно открыть при закрытом положении ригеля механического замка. Электросочелка YS-134S дополнительно оснащена механическим переключателем режима «Открытые двери», что позволяет оставить дверь в разблокированном состоянии вне зависимости от питания. Электрозащелка предназначена для установки на металлические, пластиковые, металлопластиковые или деревянные двери. Модификации. Электрозащелка YS-134 также представлена в модификации с длинной планкой, модель YS-134L. Комплектация. Упаковка. Инструкция. Электрозащелка с планкой. Монтажный комплект. Монтаж. Электрозащелка YS-134S устанавливается в дверную коробку вместо ответной планки для обычного механического замка. Снаружи устанавливается ненажимная ручка. Подключение питания 12 вольт производится с помощью двух проводов к клеммам электрозащелки от радиоконтроллеров, кодовых клавиатур, кнопок выхода, аудио- или видеодомофонов или других устройств систем контроля доступа.